Дорогие друзья, начинаем 77-й выпуск программы «Дом культуры». Октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии родился Сергей Есенин, русский поэт, который после Пушкина стал самым знаменитым российским поэтом. Его считали своим, близким по духу, и выходцы из крестьян, и городская интеллигенция, и криминальные авторитеты, и работники НКВД. В него страстно влюбляли женщины. Знакомство с ним искали знаменитости, и слава его была повсеместной. Прожил он всего 30 лет, но за свою недолгую жизнь успел испытать и сделать так много, что хватило бы на несколько жизней его собратьев по искусству. В нашей домашней библиотеке были сборники стихов Есенина, изданные в 20-е годы, которые приобрел еще мой дед Дмитрий Дмитриевич Мамин, репрессированный в конце 30-х. И будучи школьником, я настолько полюбил некоторые стихи, посвященные природе, что сочинял на них музыку. И некоторые мелодии помню до сих пор, например, эту. Наплевать мне на известность и на то, что я поэт. Эту чахленькую местность не видал я много лет. Тот, кто видел лишь однажды этот край и эту гладь, тот почти березки каждый ножку рад поцеловать. Поцеловать березку – это мне очень близко. Я сам так поступаю, когда прихожу в знакомый лес. А когда я в студенческие годы и позже стал ездить по стране, бывая в разных областях, городах, поселках, то в любом застолье начинали петь песни на стихи Есенина. «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу». И слова этих песен были созвучны настроению людей России, где бы они ни проживали. С биографией Есенина я был знаком по описаниям, по мемуарам современников и, конечно, по биографическим фильмам. Готовя этот выпуск, я перечитал печатные материалы, пересмотрел документалистику о нем и пришел к выводу, что раньше я иначе понимал его. Его личность теперь я понимаю совсем по-другому. И, рассказывая о поэте, я поделюсь своими соображениями. Для того, чтобы понять, из какой среды вышел Есенин, я начну с документального фрагмента – рассказа его матери, Татьяны Федоровны, записанного на телевидении в 1955 году, когда ей было 78 лет. Читал он очень много всего, и жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг, уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. Да читает до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять. Это такое его было, жадность к учению и знать все хотел он. Он читал очень много, то я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много. И писал, стихи писал уже. Он напишет, почитает и скажет: «Мам, послушай, как я написал». А мы понятия не имели, что это за поэзия такое. Ну, написал и кладет, и собирал все в папку, собирал все. А ведь я занята крестьянскими делами была. А он занят головой, у него работала голова именно о том, чтобы читать и читать. Как мы видим, мать Есенина была невежественной крестьянкой, от которой он не мог получить культурную основу гуманитарной деятельности и к занятию искусством. У него, как и у Максима Горького, все это происходило не благодаря влиянию семьи, а вопреки ему. Откуда же у деревенского парнишки взялись такие новые манеры в речи, в поведении, которые позволили ему чувствовать себя на равных с современными ему городскими литераторами? Учился Есенин в церковно-приходской школе и был там успешным учеником. Хотя в одном классе его оставили на второй год за скверное поведение. Он был драчуном и хулиганом и всегда во всем стремился бросить вызов окружающим. Например, в 10 лет он снял с себя церковный крестик и больше никогда его не носил. Прослыл безбожником. Но самое сильное и основополагающее влияние на формирование его личности сыграл молодежный культурный центр, который в своем большом доме устроил настоятель местной церкви Иван Яковлевич Смирнов. Там была большая библиотека, которой Сергей постоянно пользовался. Читал он запоем.
Там был любительский театр, в котором он с удовольствием играл самые разнообразные роли, в том числе и Ивана Царевича. Стихи писать он начал в детстве. И ни мать, ни родственники, ни соседи не понимали, откуда в нем взялась эта страсть. Но мы-то понимаем, что это был в чистом виде природный талант, который Господь Бог раздает не глядя. Подобно сеятелю, который в широком поле разбрасывает зерна, не зная, какое куда упадет. Закончив школу в августе 1912 года, 17-летний Есенин по вызову отца переезжает в Москву, где тот устраивает его в мясную лавку купца Крылова, где сам работал старшим приказчиком. Жена Крылова, властная, грубая женщина, любила заниматься рукоприкладством и раздавала пощечины своим работницам. Самолюбивый Есенин такого стерпеть не мог. Он заявил отцу, что не может работать в таком хамском заведении. На это отец сказал: «Что ж, иди куда хочешь, но на меня больше не рассчитывай». И Есенин ушел в вольную жизнь, написал письмо своему приятелю. «Теперь решено. Я один, жить теперь буду без посторонней помощи». А потом с горечью добавил: «Эх, теперь, вероятно, ничего мне не видать родного. Ну что ж, я отвоевал свою свободу». Эта свобода давалась ему нелегко. Найти работу не удавалось долго. Он жил впроголодь, но к отцу не обращался. И его упорство, наконец, увенчалось успехом. Он нашел хорошую работу в типографии Сытина. Симпатичный, остроумный паренек сразу понравился знаменитому хозяину. И он оценил его поэтический талант. Вызывает восхищение то обстоятельство, что, чувствуя пробелы в своем образовании, Есенин записался вольнослушателем в Московский народный университет и регулярно посещал лекции по истории мировой культуры. Надо сказать, что стихи Есенин писал постоянно. Благодаря крестьянской закалке, которая приучила его вставать с петухами и не бояться никакого труда, он просыпался рано и по несколько часов заполнял листы своими рукописями. Поэтому он и успел за свою жизнь сделать так много. При этом он продолжал много читать и имел возможность сравнивать себя с самыми знаменитыми поэтами. Поскольку человек он был нескромный, то быстро пришел к выводу, что он выдающийся поэт, и стал мечтать о славе. Посылал свои стихи в самые разнообразные журналы, их не печатали. Но, наконец, в 1914 году детский журнал «Мирок» впервые опубликовал его стихотворение под псевдонимом «Аристон», что в переводе с древнегреческого означает «лучший». Это были стихи о природе. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой». Сравним эти строки с теми, которые написаны через 10 лет. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Разница колоссальная. За эти 10, или точнее 11 лет, с Есениным произошли разительные перемены. Из пышущего здоровьем парня он превратился в больного, страдающего человека, который явно устал от жизни. Проследим за этими метаморфозами в жизни Есенина. Придя к выводу, что Москва – вторичный, культурный несамостоятельный город, во всем подражающий северной столице и всегда при этом опаздывающий, Есенин переехал в 1915 году в Петроград. Так теперь назывался бывший Санкт-Петербург, переименованный в августе 2014 года из-за антигерманских настроений. Прямо с Николаевского вокзала Есенин поехал домой к Александру Блоку, который тогда считался королем русской поэзии. Блок принял незнакомого начинающего поэта и целый вечер слушал его стихи. Надо сказать, что Блок был очень прямо откровенен в своих суждениях о литературе и поэзии и никогда не щадил ни врагов, ни друзей. Но здесь, прослушав Есенина, он написал в своем дневнике: «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. На Блока произвели сильное впечатление новые слова, которые до этого не употреблялись в русской литературе и поэзии. Всем, кто читал тогда стихи Есенина, эти непонятные слова казались ценными артефактами русской старины, которые позабылись в городской среде, но чудом сохранились в тех периферийных краях, откуда родом этот молодой, необыкновенно одаренный поэт». На самом деле все происходило несколько иначе. Есенин с юности стал менеджером своего творчества и решил извлечь эффект из своего деревенского происхождения. Он копался в словаре «Даля», отыскивая незнакомые старинные слова. Искал их в сборниках собирателя фольклора Петра Киреевского. Надо сказать, что этот
толстый сборник мы с моими соавторами Вячеславом Лейкиным и Владимиром Вардунасом частенько штудировали, находя там много забавностей, и некоторые фольклорные выражения использовали в своих сценариях. А Есенин откровенно козырял фольклоризмами и использовал их в дарственных надписях к своим сборникам, которые дарил именитым писателям и критикам. Так, например, Максиму Горькому на своем сборнике он написал: «От бояшника соломенных суемов». А известному литературному критику написал: «На добрую память от размычливых упевов сахи-дерехи». Вероятно, эти надписи производили должное впечатление. Но это было лишь частью самодеятельной рекламной кампании Есенина. Понимая, что тема русской старины с большим воодушевлением воспринимается обществом и властью, и это проявилось в сказках Пушкина, в операх Римского-Корсакова, в живописи Васнецова и Билибина, Есенин, памятуя о своем артистическом успехе в роли Ивана Царевича, решил использовать этот образ для продвижения своей персоны и своей поэзии к славе. Его появление на публике в качестве поэта-декламатора своих стихов было обставлено с театральным эффектом. Псевдорусский костюм Ивана Царевича в сочетании с привлекательной внешностью золотокудрого юноши вызывал сенсацию. Есенин появлялся в литературных салонах в валенках, расшитых узорами, в расшитой рубахе, подпоясанный шелковым шнурком, и начинал читать нараспев, темпераментно, звучно, и мгновенно влюблял в себя женщин всех возрастов, за редким исключением, каким принадлежал, например, поэтесса Зинаида Гиппиус. Когда он появился у нее в салоне, она спросила: «А что это у вас на ногах, гетры?» «Да нет, это валенки», – ответил Есенин, смутившись. Он иногда еще робел, но это у него быстро прошло, потому что с детства он был парень смелый, привыкший к кулачным боям и умевший на себя постоять. Есенин был замечен и оценен в литературных кругах. Его пригласили стать членом объединения новокрестьянских поэтов во главе с Николаем Клюевым. Клюев был в то время очень популярен. Вот как заканчивается одно из его известных стихотворений «Осинушка». «Ой, заря, осинушка, златоцветный лед, у тебя, детинушка, разума займет, чтобы сны стажарные в явь обратить, думы листья зарные по ветру пустить». Клюев был опытным поэтом. Он полюбил Есенина и решил взять над ним шефство. Они стали выступать на пару. Оба в крестьянских костюмах, псевдорусских. Стали ездить по стране с концертами, зарабатывать деньги. Но любовь Клюева к Есенину носила отнюдь не только профессиональный характер. Клюев был откровенным гомосексуалистом и физически домогался златокудрого красавчика Есенина. Но Есенин был по натуре ярко выраженным гетеросексуалом. Однако он поселился в доме Клюева на Фонтанке, и у меня нет сомнений, что между ними была интимная связь. Есенин был тщеславен, он мечтал об известности. И ему в связи с этим приходилось иногда переступать через иные препятствия морального характера. При первой возможности он порвал с Клюевым, хотя они сохранили дружеские отношения. При этом надо заметить, что вообще в окружении Есенина во все времена его друзья и коллеги-поэты были в основном бисексуалами и в своих любовных романах чередовали представителей обоего пола. В 1916 году из печати вышел первый поэтический сборник Есенина «Радуница». Так в православной традиции называется праздник весеннего поминовения предков. О Есенине повсеместно заговорили, как о самобытном поэте лирики, как о художнике дивных красок, как о творце с большим будущим. Есенин сам об этом писал так: «Стихи мои произвели большое впечатление, о книге много писали, все в один голос говорили, что я талант. Но я знал это лучше других». В это время входящий в моду Есенин в одном из поэтических собраний столкнулся с поэтом-бунтарем Маяковским. Между ними сразу возникли, если не враждебные, то соревновательные отношения. Они постоянно пикировались, обменивались колкостями и стишками издевательскими, часто непристойными. Заметив псевдокрестьянский костюм Есенина, Маяковский заключил с ним пари, что через год-два он сменит его на фрак или смокинг. Надо сказать, что Маяковский оказался прав, но когда потребовал заплатить ему за проигрыш, Есенин предпочел этого не заметить. К истинно русскому поэту-красавчику Сергею Есенину благоволило все светское общество. Он выступал в самых разнообразных домах и собраниях.
В одном из салонов он познакомился с Григорием Распутиным и благодаря этому избежал фронта и сблизился с царской семьей. Дело в том, что Есенина призвали на военную службу и должны были отправить на фронт. И Григорий Распутин содействовал устройству Есенина военный санитарный поезд ее императорского величества, где служили медсестрами великие княжны, дочери царя. Есенин познакомился с ними и был приглашен выступить перед царской семьей в царском селе. К этому выступлению он даже придумал стихи. «В багровом зареве закат шипучий пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих младых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах». Своим друзьям Есенин хвастался, что целовался с великой княжной Марией Николаевной в закутке под лестницей. И в перерыве между объятиями она кормила его сметаной с ложечки. Ну, известно, что Есенин был большой мастер приврать. Однако носил на пальце золотое кольцо с хризопразом, подаренное великой княжной, и очень им дорожил. Октябрьскую революцию Есенин встретил восторженно, как писали советские и российские справочники. Сам он выражался двусмысленнее. Встретил ее с мужицким духом. Представители модернизма в искусстве, каким можно отнести и Есенина, встретили революцию как ожидаемое избавление от страшного времени разложения страны. Под бездарным правлением безвольного царя, истеричной царицы, мракобеса Распутина, целой армии высокопоставленных чиновников-коррупционеров и хищных банкиров, разграблявших страну в мирное и в особенности военное время. От революции ждали благотворных перемен. Такие авторитеты, как Блок, Горький, Маяковский. Но вскоре все эти надежды рухнули. И Россия столкнулась с кровавым беспределом большевиков, красным террором, от которого мутилось сознание людей, одних сводя с ума, а других превращая в монстров. Вот как писал об этом Есенин. «Слышите? Слышите звонкий стук? Это грабли, зари по пущам, веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего. Плывите, плывите ввысь, лейте с радуги крик вороний, скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Никуда не пойду с людьми, лучше вместе и сдохнуть с вами, чем с любимой поднять с земли сумасшедшего ближнего камень». Это строки из поэмы Есенина «Кобыли и корабли». Стихи, конечно, сырые, грубые, но в них есть апокалиптическая образность. И я вижу и слышу в них ощущение того страшного времени. После расстрела царской семьи Есенин был потрясен и страшно напуган. Он боялся, что чекистам станет известно о его дореволюционных контактах с Романовыми. Поэтому в своей биографии он написал, что встретил революцию в дисциплинарном батальоне, куда был отправлен на наказание за отказ писать монархические стихи. В начале 19-го он пытался вступить в партию большевиков, но принят не был. В это время он близко сошелся с некоторыми чекистами, можно сказать, дружил с ними. Например, с Яковом Блюмкиным, тем самым, который впоследствии убил германского посла Мирбаха. Находясь в постоянном подпитии, напуская на себя браваду, Есенин шлялся по кабакам со своими друзьями-чекистами, знакомился с женщинами, водил их смотреть на расстрелы в гнездо чекистов на Гороховую 2. Это было, конечно, безумие, вызванное страхом и алкоголем. Но такое не прощается и не забывается. И я думаю, что эти страшные моменты нанесли непоправимый ущерб сознанию поэта. И его дальнейшая жизнь пошла по странной траектории, которой скорее он подчинялся, чем управлял. В это время Есенин близко сошелся со своими коллегами по поэтическому цеху – Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем. Они приняли его в группу поэтов-имаженистов. Их манифест заключался в том, что цель поэта – лишь создание образа. Для имаженистов характерен эпатаж и отстранение от слова «странность». Вот одно из стихотворений Анатолия Мариенгофа. «А ну вас, братцы, к черту в зубы, не почитаю старину, до дней последних юность будет люба со всею прытью к дружбе и вину. Кто из певцов не ночевал в канаве, о славе не мечтал в обнимку с фонарем, живем без мудрости лукавой, влюбившись по уши, поем». Есенин органично вписался в круг имаженистов. Для стихотворений этого периода характерно создание образа хулигана, как поэтического, так и визуального. В таком виде Есенин появлялся в обществе и на многочисленных снимках. Да и сами названия стихотворений говорят об этом. «Хулиган», «Исповедь хулигана».
Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Это из стихотворения «Исповедь хулигана». А вот еще одна строфа из этого стихотворения, обращенная к родителям поэта. «Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми. Так же боитесь Бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, что сын ваш в России – самый лучший поэт. Вы ль за жизнь его сердцем не индивели, когда босые ноги он в лужах осенних макал, а теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках». Действительно, это был новый имидж Есенина. Он называл себя хулиганом, а одевался как денди, продолжая влюблять в себя женщин. Анатолию Марингов он говорил: «Знаешь, сколько у меня было женщин? Сколько? 3000. Да ну, – говорил он, – заливаешь. Ну, 30, – соглашался Есенин. На самом деле он называл тех, с кем у него были любовные отношения различной длительности. Но в основном его любовные связи были мимолетными, со случайными встречными. Они проходили во время его многочисленных гастрольных поездок по России после выступлений. И, конечно, измерялись сотнями. Надо сказать, что при этом у Есенина никогда не было своего дома. Он жил то в домах своих жен или любовниц, или в номерах гостиниц. Его неприкаянность была постоянным мироощущением. Он всегда был одинок. Это было вызвано тем, вероятно, что Есенин всегда был зациклен на себе, на своих ощущениях, на своем восприятии мира, на своей славе. И все окружающие воспринимались им как зрители и обожатели. И когда они ему надоедали, он искал новых обожателей. В 1921 году в Россию на гастроли приехала всемирно известная танцовщица-импровизатор Айседора Дункан. Вместе с московской элитой Есенин побывал на ее концерте. А после этого на банкете он, как самый центровой персонаж, стал откровенно ухаживать за артисткой. И она влюбилась в красавца-поэта, можно сказать, с первого взгляда, несмотря на разницу в возрасте. Их разделяло 18 лет, ему было 26, ей 44, как и его матери. Но это не помешало их страсти. Айседора привлекала Есенина тем, что не понимала ни слова по-русски, не могла ощутить гениальность его стихов и влюбилась в него просто как в мужчину, молодого самца. Это его, вероятно, сильно возбуждало. Через 2 месяца они расписались в московском ЗАГСе и отправились в турне в Соединенные Штаты и по странам Европы. Уезжая на эти гастроли, Есенин говорил своим друзьям и знакомым, что едет за границу, чтобы рекламировать советскую страну и ее искусство. Сам он надеялся прославиться. По крайней мере, Айседора обещала ему во всем содействовать. Но, будучи очень смышленым парнем, Есенин в чем-то был по-детски наивен. Он не понимал, что поэзия – это самое национальное искусство. Не зная языков, он не мог даже перевести стихи для аудитории. В США ему пришлось выступать в каких-то русскоязычных собраниях с очень неинтересной публикой. К тому же Америка начала 20-х с ее поклонением доллару, равнодушием к искусству, где любили только кино и мюзик-холл, приводила Есенина в уныние. В газетах он видел фотографии своей семейной пары, где восхищались Айседорой, а его упоминали как поэта из России. При своем тщеславии Есенин приходил в неистовство. Айседора как могла хотела его успокоить ласками и алкоголем. Сама она была довольно пьющей женщиной, но с очень высокой толерантностью к алкоголю, который не оказывал на нее существенного влияния. Вернувшись из Соединенных Штатов в Европу, супружеская пара продолжила подобный образ жизни. В это время в Париже оказался знакомый Есенина из артистической среды, и он пришел в гости к Есенину и его жене. Те проживали в гостинице в 2-этажном номере. А потом, вернувшись в Россию, этот артист рассказал о своем посещении. А мне о нем рассказал бывший ученик Мейерхольда, режиссер Борис Филиппов, с которым мы вместе работали в Великолукском драмтеатре. Он был свидетелем этого рассказа. Так вот, этот артист пришел к Есенину, тот встретил его страшно обрадованный, потому что соскучился по России, по русской речи. «Ты видишь на мне вот это вот арестантское одеяние?» – спросил он. «Пижама называется. Сейчас Дунька спустится сверху», — он называл Дунькой свою Айседору, — «и будем завтракать. А пока давай чайку попьем». На столе стоял огромный медный самовар. Есенин открыл кранчик, налил в стаканы желтой жидкости, протянул артисту. Это был французский коньяк. Есенин, тоскуя по родине, пил французский коньяк из русского самовара.
Эта тоска по родине и заставила его вскоре расстаться с Исидорой и вернуться в Россию. Первым делом, вернувшись, он поехал в свое родное село Константиновка. Об этом рассказывает его мать. Приедет, мы радостно встречали, подарки нам привезет оттуда, из-за границы. Как было хорошо, весело. И соседи всех угостить венцом, стариков соберет угостить. Все было хорошо. И так у него все лето проходило с гостями. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадит, угостит ее. Послушай, что она будет говорить за прошлое время? Ему и было интересно знать. Приезжал в деревню знаменитым поэтом и читал стихи крестьянам. В это время Есенин пишет стихотворение «Сукин сын». Последнее из его сочинений, в котором проглядывает светлое восприятие мира. Я читал это стихотворение на школьном концерте, когда учился в 10 классе. Снова выплыли годы из мрака, и шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Я не буду читать все это длинное стихотворение, напомню лишь последние строфы из него. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто ошалелым меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схоже! Снова выплыла боль души, с этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай! Хочешь, пес, я тебя поцелую за разбуженный в сердце май? Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга веду тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Не знаю, кого имел в виду Есенин под девушкой в голубом, во всяком случае, не Айседору Дункан. Она, кстати говоря, продолжала страстно любить Есенина, приехала за ним в Россию, пыталась его вернуть, пыталась вернуть интерес к себе, но поняла, что это бесполезно. Через год они развелись. Возвращаюсь к неугасающей полемике между Маяковским и Есениным. Их пикировка вызывала всеобщий интерес, обсуждалась в прессе, в сплетнях. На одном из публичных диспутов Есенин упрекнул Маяковского в том, что его поэзия – это агитезы. «А ваша – кобылезы», – парировал Маяковский. В своем стихотворении «Юбилейное», посвященном Пушкину, он говорит о Есенине так. «Ну, Есенин, мужиковствующих свора, смех, коровую в перчатках лаечных. Раз послушаешь, но это ведь из хора, балалаечник». А Есенин отвечал ему так. «Мне мил стихов российских жар, есть Маяковский, есть и кроме, но он, их главный штаб-смоляр, поет о пробках в Мысельпроме». Маяковский и Есенин ревновали друг друга к успеху у публики. Оба при этом понимали свою оригинальность и значимость. Но на многих примерах доказано, что у каждого самобытного поэта свой мир ценностей и очень субъективная эстетика, которая враждебно воспринимает чужой поэтический мир с его субъективной эстетикой. Таким образом, вражда Маяковского и Есенина были вполне естественны. Надо сказать, что, будучи членом поэтического объединения имажинистов, Есенин сочинил свою драматическую поэму «Пугачев», о которой Горький отозвался так. «Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью». А режиссер Всеволод Мейерхольд хотел поставить эту поэму у себя в театре. Кстати сказать, когда Есенин в 21 году развелся со своей женой Зинаидой Райх, ее мужем стал Всеволод Мейерхольд и усыновил детей Есенина. А Зинаиду сделал ведущей актрисой своего театра. Сам Есенин читал своего Пугачева в различных собраниях с большим успехом. Его манера читать нараспев, звучным голосом, темпераментно производила сильное впечатление на слушателей. Особенно Есенин любил произносить монолог «Хлопуши» и даже записал его на фонограф. Поведите меня к нему, к
Я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи искал ваш мед. Дути севера сыпались каменной грудой. Право ему, он даже не тот, чем его любит. На буйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, галантерил глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обхватывал. Возлюбленные сердца никогда не заблудятся. Эту голову шеи шиби нелегко. Оренбургские заля красношерстные верблюдицы, рассветные шаляла не просто молоко. Голодные, корявые, дыми сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. В 1924 году в газетах стали появляться резко критические статьи о Есенине, которые обвиняли его в пьянстве, драках, дебошах, в антиобщественном поведении. На Есенина было заведено несколько уголовных дел, самым серьезным из которых было обвинение в антисемитизме. В это время в Советском Союзе развернулась кампания по борьбе с антисемитизмом. По обвинению в этом преступлении людей приговаривали к лагерям, из которых многие не возвращались. Прослыть антисемитом все боялись. Моя бабушка рассказывала мне анекдот того времени. Прохожий увидел на улице своего знакомого и спрашивает: «Кого ждешь?» «Да вот, — говорит, — трамвай под Евреевую». Чтобы не сказать «поджидаю». Есенин по этому обвинению попал под суд. В свое оправдание он сказал: «Но как я могу быть антисемитом, если я был женат на еврейке? Двое моих детей – евреи по матери». Но любые оправдания для советского суда ничего не значили, если власть решила расправиться с человеком. Слава Богу, что у Есенина нашлись высокопоставленные защитники из числа больших начальников советских. Они считали его самым русским поэтом и даже заботились о его здоровье, предлагая поместить в ведомственную клинику, чтобы лечить от алкоголизма. Наступил 1925 год, последний год жизни Есенина. Этот год начался с постоянных пьянок. Они происходили ежедневно. Есенин пил беспробудно. При этом продолжал как-то жить, сочинять, выступать. В сентябре он женился в третий раз официально, потому что неофициально он был женат еще несколько раз. Женился на внучке Льва Толстого, Софьи, которая в это время заведовала библиотекой Союза писателей. Ей он посетовал на то, что исписался, что больше ничего не может, да и не хочет. Через некоторое время его госпитализировали в психоневрологическую клинику, где выводили из тяжелой алкогольной интоксикации. 21 декабря, проведя в этой клинике 25 дней вместо положенных 2 месяцев, Есенин сбежал оттуда. И начинаются последние недели его жизни, напоминающие по сюжету известный роман польского писателя Ставинского «Час пик», когда герой, зная, что смертельно болен, ему осталось буквально несколько дней, пытается закончить все свои дела, подвести итоги жизни. Оказавшись на свободе, Есенин поехал в госиздат и закрыл все свои доверенности. Потом снял со своих сберкнижек все наличные сбережения, поехал в дом к Мирхольду, поговорил со своей бывшей женой и увидел своих детей, сына и дочь. Потом встретился со своими друзьями-писателями Юрием Олешей и Ильей Ильфом и прочел им недавно сочиненную поэму «Черный человек». Она о двойнике, который по ночам выходит из зеркала, садится на краешек постели поэта и обвиняет его во лжи, в неискренности, в том, что он всю жизнь был не самим собой, носил чужие маски. Эта поэма выражает мироощущение,
Есенина. Поэт пришел к полному жизненному краху. У него нет будущего. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Через день Есенин уехал в Ленинград. Поселился в гостинице «Англитер» в 5-м номере. Пил там беспробудно, все время что-то писал. Когда кончились чернила, порезал руку, продолжал писать кровью. Через несколько дней его нашли в закрытом номере, повесившемся на трубе отопления под потолком. Это случилось 28 декабря 1925 года. Существует нескончаемый спор о том, покончил ли Есенин с собой или был убит сотрудниками НКВД. Анатомическая экспертиза после смерти поэта подтвердила его самоубийство, тем более, что дверь в номер гостиницы была заперта изнутри. Однако травмы на лице и теле говорят о том, что смерти поэта предшествовала борьба за жизнь, драка с какими-то пришельцами. И возникает вопрос, а за что хотели убить Есенина? Ведь многие партийные вожди ценили его как поэта. Для того, чтобы понять это, нужно вернуться на 2 года назад, в 1923 год, когда Есенин сочинил драматическую поэму «Страна негодяев». Уже хотя бы по этому названию можно было поэта арестовать. Правда, название он изменил. Изменил второе слово, и она называлась у него «Страна нег». И хотя он ее никогда не публиковал, в своих выступлениях он читал фрагменты из нее. Чего стоят, например, такие слова? «Банды, банды, по всей стране, куда ни вглядись, куда ни пойди ты, видишь, как в пространстве на конях и без коней скачут и едут закостенелые бандиты». Ну, за такое, конечно, могли бы и расстрелять. Однако партийные власти не хотели возбуждать население казнью поэта, любимого миллионами. Они решили его дискредитировать. И появилась в «Правде» статья Бухарина, в которой он сильно ругал Есенина и есенинщину. После этого началась травля в прессе. Конечно, хотели от Есенина избавиться, безусловно. Но я должен сказать, что даже не будь убийц из НКВД, Есенин все равно свел бы счеты с жизнью. Об этом говорят последние дни. Поведение об этом красноречиво свидетельствует. И если и были убийцы из НКВД, они лишь помогли поэту осуществить свое намерение. Завершая свой рассказ о Сергее Есенине, я хотел бы поделиться впечатлениями, которые получил, узнав о нем и о его жизни. Для меня Есенин – это соединение двух начал. С одной стороны, не слишком умный, самовлюбленный, очень тщеславный человек, готовый на все ради славы. Готовый вертеться, словно флюгер, куда подует ветер. С другой стороны, это поэтический гений, наделенный мощной интуицией. Она, как известно, порой превосходит интеллект. И самое главное, дарит поэтическую мудрость, позволяющую делать удивительные открытия. Это для меня основной Есенин. И если бы я, вместо того, чтобы рассказывать о событиях его жизни, стал бы просто читать стихи Есенина в хронологической последовательности, это был бы гораздо более полный портрет этого удивительного русского поэта. Октября 1864 года во французском городе Безансоне родился Луи Люмьер, изобретатель кинематографа, который в паре со своим братом Огюстом стал родоначальником французской киноиндустрии. Я хочу воспользоваться датой рождения изобретателя кино, чтобы поговорить о кинематографе вообще. Днем рождения кино принято считать 28 декабря 1895 года, когда состоялся первый показ фильма «Братьев Люмьер. Прибытие поезда». Однако на самом деле это не соответствует истине. Перечитывая по случаю Библию, точнее Новый Завет, я натолкнулся там на удивившее меня описание, которое опровергает общепринятую точку зрения на дату рождения кино. Потому что еще за 1900 лет до этого, в конце первого века нашей эры, один из людей стал первым кинозрителем. И вот как это было. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться.
И почувствовал он голод и хотел есть, между тем, как в доме приготовляли еду. И он пришел в выступление. И увидел отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было сказано трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Библия, Новый Завет, Деяния апостолов, глава 10. Как видим, первый киносеанс, продемонстрированный апостолу Петру, мало чем отличался от современного показа фильма в кинотеатре под открытым небом. Тот же экран с видеоизображением, растянутый за четыре угла. Но поскольку технические средства для показа кино тогда находились только в руках Господа Бога, человечеству пришлось ждать 19 веков, прежде чем произойдет открытие кинематографа. Я считаю себя автором этого открытия, и с него начинаются мои записки о профессии режиссера под названием «Парадокса кино», над которым я продолжаю работать. А мы заглянем еще дальше, вглубь веков. Кино, как зрелище, более всего похоже на сновидение. По существу, сон – это ночной киносеанс, навязанный нам без нашего согласия. Как и в кино, окружающий мир передается в движении, со звуком. Часто имеет сюжет, который можно пересказать. А что касается впечатления, которое производит сон, то оно бывает настолько сильным, что наши далекие предки не отличали его от реальности. Я думаю, что в то время зародилась идея кинематографа как воплощение снов. Это было на заре человечества. С тех пор люди уверенно двигались в этом направлении. Они изобрели живопись, музыку, литературу, театр и продолжали двигаться к воплощению своей мечты. Примерно 3 столетия назад на ярмарках появилось изобретение, которое называлось «Латерна магика» или «Волшебный фонарь». При помощи линзы, фонаря и пластинок с рисунками на специальном экране появлялись цветные картины. Поскольку пластинки можно было двигать относительно друг друга, то и изображение двигалось, создавая иллюзию движения. А потом появился стробоскоп, который стал популярным семейным развлечением в XIX веке. Эффект заключался в инерции глаза и мозга, которые не успевали увидеть паузу между рисунками, и возникало ощущение непрерывного движения. А в это время была изобретена фотография, и кто-то предложил заменить рисунки фотоснимками. Великий изобретатель Томас Эдисон внес важный вклад в появление современного кино. Он предложил новый формат пленки – 35 мм с перфорациями по бокам. Этот формат потом использовался во всем мировом кинематографе вплоть до наших дней. Перфорация позволяла двигать пленку и создавать иллюзию движения на маленьком экране. Таким образом был изобретен кинетоскоп – деревянная коробка с глазком для просмотра короткометражных фильмов. Вот один из первых американских фильмов для кинетоскопа. Его мог смотреть только один человек. Но возникали целые очереди, чтобы за 5 центов поглазеть на удивительное зрелище. Кинетоскоп Эдисона очень быстро распространялся по Европе. Но у него были и существенные недостатки. Во-первых, он не мог охватить массовую аудиторию и в этом не мог никак сравниться с театром. Во-вторых, лицензионные сборы за это изобретение были так высоки, что на этом трудно было разбогатеть. И тогда братья Люмьеры, люди смышленые, изобретательные, предприимчивые, решили объединить в одну комбинацию несколько изобретений. Они соединили возможности волшебного фонаря с его проекцией на большой экран с движением перфорированной пленки внутри кинетоскопа. И так было изобретено кино как массовое зрелище. А пленку в аппарате двигали при помощи вращения ручки.
28 декабря 1895 года в парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинов состоялся первый киносеанс. Первый показ фильма «Братьев Люмьер. Прибытие поезда». Эффект был такой, что зрители при виде поезда, приближающегося, повскакивали со своих мест и, давя друг друга, бросились вон из зала. Такое не происходило никогда, нигде, ни в одном театре. Стало понятно, что кино – это принципиально новый вид зрелища, наиболее соответствующий реальности. То есть кинематограф действительно, в отличие от всех других видов искусства, наиболее полно способен передать мир во всем его многообразии. Он не только способен передать движение в пространстве, но и то, как оно звучит, это движение, да и само пространство, с той достоверностью, которая соответствует нашему представлению об окружающем мире. Поэтому кино мгновенно завоевало весь мир и стало любимым зрелищем и школой жизни для миллионов людей, оставив прежние виды искусства уделом элитарного меньшинства. Будучи самым доступным видом зрелища, не требующим от зрителя ни грамотности, ни ума, ни культуры, ни вкуса, кино, по моему мнению, постепенно привело к некоторой деградации общества. В погоне за прибылью кинематограф ориентируется на самую массовую, молодежную или даже подростковую аудиторию. Поэтому в киносюжетах превалируют фэнтези, фантастика, боевики, ужастики, приключения. В общем, сказки. Это приводит к печальным результатам. Зрители перестают взрослеть. И даже становясь родителями, они остаются инфантильными людьми, не обретающими мудрости зрелого человека. Это сказывается в их суждениях о мире, о политике, об искусстве, в незрелых решениях государственных мужей, которые приводят к неприятностям не только для общества, но и для человечества в целом. Это печально. Однако я очень надеюсь на то, что кино, будучи самым массовым из искусств, станет когда-нибудь инструментом культурного возрождения человечества. Но это вопрос будущего. А сегодня я мысленно приношу глубокую благодарность братьям Люмьер за их великое изобретение, которое неузнаваемо изменило и обогатило нашу жизнь. Октября 1874 года в Санкт-Петербурге родился Николай Рерих, или Рюрих, как его называли при жизни. Русский художник, сценограф, автор яркого, уникального стиля в живописи, оставивший в наследство человечеству около 7000 своих картин. Не менее известен этот замечательный человек как уникальный ученый-исследователь культуры Востока, а также философ мистического направления, автор учения «Огни йога» или «Живая этика», инициатор так называемого пакта Рериха, который обязывает правительство всего мира охранять памятники мировой культуры. Жизнь Николая Рериха столь богата событиями, что если рассказывать о ней подробно, то это заняло бы не один выпуск Дома культуры. Поэтому я лишь пробегусь по событиям жизни Николая Константиновича, останавливаясь лишь на главных. Начну с того, что выставку Рериха в Эрмитаже я впервые увидел 14-летним школьником. Ее привез в Ленинград его сын, тоже художник, Святослав Рерих, который работал в основном в жанре портрета. Помню, что горные пейзажи Николая Рериха произвели на меня сильнейшее впечатление. Впрочем, не было человека, чье воображение они бы не поразили и не заставили бы мечтать о волшебной стране, воспетой художником. Отец Николая Рериха, Константин Федорович, был известным нотариусом, чья подпись стояла на важных государственных документах Российской империи. А Николай с детства мечтал стать художником. Но отец думал, что сын продолжит его дело и тоже станет правоведом-нотариусом. Более всего меня поражает, что у 80% выдающихся деятелей искусства, о которых я рассказывал в своих выпусках «Дома культуры», отцы были против занятия их творчеством. Все мечтали, чтобы их дети стали юристами, в какой бы стране это ни происходило и в какое бы историческое время. Одни сыновья не могли ослужиться воле родителей и получали юридическое образование, потом отказывались от профессии юриста ради занятия искусством. Другие шли на конфликт с родителями и вообще порывали всякие связи с семьей. Николай Рерих выбрал третий путь.
Он не мог ослушаться отца, но и не хотел отказаться от своей мечты. Поэтому он поступил сразу в два высших учебных заведения. В Петербургский университет, на юридический факультет, и в Императорскую академию художеств. Учился параллельно и окончил оба заведения с отличием. В Академии художеств ему повезло попасть в класс самого Архипа Куинджи, который при жизни прослыл волшебником пейзажа. О Куинджи я рассказывал в 8-м выпуске «Дома культуры». И, надо сказать, Николай перенял от своего учителя умение создавать волшебство на своих полотнах, очаровывающее зрителей. Круг общения Рериха в студенческие годы поражает знаковыми именами. Это критик Стасов, художники Репин, Врубель, писатели Григорович Леонид Андреев, ученый Бехтерев, цвет русской интеллигенции. В то время интеллигенция России была разделена на два непримиримых лагеря. Одни ратовали за соединение русского искусства с западноевропейским, другие боролись за его самобытность и самостоятельность. Они искали корни русского искусства в старине, в фольклоре, в сказках, но в основном в мечтах и фантазиях. А Рерих, который разделял такие взгляды, искал русские корни в конкретике, в археологии. Еще будучи студентом, он записался в Российское археологическое общество. Самостоятельно проводил раскопки в окрестностях Санкт-Петербурга. И через несколько лет составил археологическую карту Петербургской губернии. Потом он занимался раскопками в Псковской, Новгородской, Ярославской, Смоленской областях, на Валдае. И многие его находки стали важными открытиями для истории. Дипломная работа Рериха на юридическом факультете называлась «Правовое положение художников Древней Руси». А его дипломная картина в Академии художеств называлась «Гонец». Ее сразу приобрел Павел Третьяков для своей коллекции. Но еще до этого критик Стасов отвез молодого художника с его картиной в Ясную Поляну к Льву Толстому. И великий писатель, оценив полотно, обратился к художнику с цветастой речью, какой обычно разговаривают великие люди в исторических фильмах. «А случалось ли вам в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править лодку выше того места, куда вам нужно плыть, иначе снесет. Так и в области нравственных требований. Надо рулить всегда выше, жизнь все равно снесет. И пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда он доплывет». В это время Рерих пишет множество картин, в которых русская природа соединяется с присутствием в ней человека Древней Руси. Это и Отзовик, и Баян, и начало Руси. И критики заговорили о том, что молодой художник изобрел новый стиль, так называемый исторический пейзаж. И надо сказать, что уже в первых картинах Рериха чувствуется его самобытный стиль. Продуманность композиции, лаконизм, чистота цвета и музыкальность. Окончив Академию художеств с отличием, Рерих получил пансион на поездку в Европу для стажировки. Но еще до этого он познакомился с молодой светской красавицей Еленой Ивановной Шапошниковой и влюбился в нее. А поскольку он был человек скорый на решение, то при ближайшей встрече он признался ей в любви и предложил стать его женой. Девушка смутилась. А он сказал, что у нее есть время подумать, поскольку он на год уезжает за границу, и когда приедет, она даст ему ответ. И с этим он уехал в Париж, выбрав для стажировки мастерскую модного французского художника Фернана Кармона. Париж поразил Рериха атмосферой свободы и творчества. Он познакомился здесь со многими известными лицами из парижской богемы. Вместе с молодыми художниками выставлялся на выставках, и русская экзотика поражала воображение парижан. Незадолго до окончания сроков стажировки Рерих получил письмо от Елены, в котором она сообщала, что не может выйти за него замуж.
Это так расстроило Рериха, что он решил не возвращаться больше в Россию. Но Елена сама приехала к нему в Париж и попросила забыть это дурацкое письмо, которое она написала под диктовку матери, хотя сама так никогда не думала. Надо сказать, что мать Елены была властной женщиной и считала, что молодой художник без будущего не лучшая партия для ее дочери, и нашла ей более достойного жениха. Но Елена, которая никогда до этого не перечила матери, впервые проявила свой характер и, ни у кого не спросясь, уехала в Париж к Николаю. В Петербург они возвратились вместе, и очень скоро Николай получил место секретаря общества поощрения художеств, неплохо оплачиваемое. И мать сменила гнев на милость и благословила молодых на брак. В 1902 году у семейной пары Рерихов родился сын Юрий, будущий ученый-востоковед. А еще через 2 года второй сын Святослав, будущий художник и общественный деятель. Отец без устали работал, и его популярность неуклонно росла. Круг его интересов, помимо живописи, необычайно широк. История, география, философия, археология. Он с раскопками объехал несколько русских старинных городов. Изборск, Суздаль, Ростов, Галич. И всюду делал эскизы и писал картины. И их выставка была так же нова для русских любителей живописи, как полинезийский цикл Гогена для парижан. Проводя школой поощрения художеств, Рерих сменил там преподавательский состав и начал набирать для обучения талантливую молодежь из низших сословий, чего не было раньше. А когда из-за творческих разногласий произошел раскол в объединении «Мир искусства», руководимым Александром Бенуа и Сергеем Дягилевым, только Рерих смог примирить старых мастеров и молодых новаторов, потому что он умел ценить и старину, и предвидеть будущее. При этом он был замечательным организатором, хорошим оратором и умел убеждать людей. Но самым главным для него всегда оставалось творчество. И в это время он, помимо станковой живописи, занялся новым для себя делом – театральной сценографией. Он эффектно оформил 2 оперных спектакля – «Снегурочку» Римского-Корсакова и «Пергюнт» Грига. После этого Сергей Дягилев пригласил его работать в своих русских сезонах в Париже. И Рерих осуществил самую знаменитую свою театральную постановку – балет Стравинского «Весна священная», где он не только придумал костюмы и декорации, но и был автором либретто. И несмотря на то, что парижане освистали балет, его скандальная слава содействовала успеху и популярности Рериха в Европе и в Америке. По возвращении в Россию Рериха настиг недуг – болезнь легких, вызванная, конечно, сырым петербургским климатом. И врачи рекомендовали ему переехать в Финляндию, под сень сосновых боров. Рерихи поселились под Выборгом. А в это время в России произошла революция. Российской империи больше не существовало, Финляндия обрела независимость, и Рерихи невольно стали эмигрантами. Конечно, они могли возвратиться в Россию. Но Рерих сам лишил себя такой возможности, опубликовав в газете статью, в которой клеймил новых хозяев России. Тот, кто впишет в исторические исследования геройские страницы русского большевизма, тот скажет отвратительнейшую ложь. Позорное самоуничижение, бездарная кровавая трагедия с грабежами – вот что такое большевизм. Говоря бегло и выборочно о фактических событиях в жизни Рериха, я ничего не сказал о духовной жизни художника, которая была по насыщенности богаче физической. Еще в студенческие годы
он увлекся Востоком. В этом не было ничего удивительного, так как на рубеже 19 и 20 веков христианство и европейская философия переживали острый кризис, и общество было разочаровано. Мыслящие люди повернули взоры в сторону Востока, ища там ответов на свои вопросы. В восточной религии, в восточных системах философии, в восточном искусстве, в восточном отношении к бытию. Рерих студентам прочитал книгу Блаватской «Из пещер и дебри Индостана», ту самую, которую прочитал и я, будучи студентом, впервые познакомившись с Блаватской, о чем рассказывал в 59-м выпуске «Дома культуры». Мне это было интересно, а на Рериха произвело ошеломляющее впечатление. Он стал фанатиком Блаватской, заразил своим фанатизмом и свою жену Елену, и она стала переводчицей всех произведений Блаватской на русский язык. Рерихи стали преданными адептами учения Блаватской и ее представлений об устройстве мира, с его учителями-махатмами и духами планет-аватарами. Они увлеклись оккультными практиками и начали устраивать у себя в доме спиритические сеансы. Вызывали духов, задавали им много вопросов об устройстве Вселенной. В это время к Елене стал по ночам являться махатма Мория, тот самый, что посещал Елену Блаватскую. А с Николаем Рерихом он общался в мыслях. Об этом они рассказывали окружающим и ученикам. Можно, конечно, относиться к этому скептически, но я лично допускаю, что благодаря особой психике Рерихов им стали доступны те сферы тонкого мира, которые недоступны большинству людей, в том числе и мне. Можно, конечно, приписать это самогипнозу, но об этом мы узнаем после смерти, когда попадем в другой мир, если он, конечно, существует. Пока мы живем здесь, на Земле, я предпочитаю заниматься земными делами. Но это не мешает мне проявлять интерес к духовным исканиям Рерихов и к их путешествиям. Рерих изучал все доступные на русском сочинения мудрецов Древней Индии и Китая. А Елена проявила чрезвычайные способности к медитативным практикам, которые впоследствии выручали ее и ее семью в трудные моменты, опасные для жизни. Для Рериха же главной целью жизни стало обнаружение загадочной горной страны Шамбалы, о которой он узнал в сочинениях Блаватской, а затем и в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Шамбала – это место, где собрана квинтэссенция человеческой мудрости, радости, света. То есть это дверь в страну счастья, о которой всегда мечтало человечество. Но для Рериха это была абсолютно конкретная страна, конкретное место, которое скрыто от человеческих глаз, которое он непременно решил разыскать, хотя для этого пока у него не было возможностей. После Октябрьского переворота, живя в независимой Финляндии, Рерих остался без российских должностей и, следовательно, без заработка. Он развил активную деятельность в странах Скандинавии и по договоренности с руководителями этих стран устроил персональные выставки в столицах с целью заработать деньги за проданные картины. Выставки состоялись в Стокгольме, Копенгагене, Хельсинки, Осло и имели необыкновенный успех, неожиданный для этих хладнокровных стран. Однако, несмотря на восторги публики и хвалебные рецензии, картины приобретались слабо. Возникает вопрос, почему? Возможно, потому что в моду в Европе входил авангардизм, и состоятельные люди предпочитали приобретать для своих интерьеров картины, лишенные жизнеподобия и смысла, которые вызывали лишь любопытство, но не затрату чувств. В то время как картины Рериха вызывали поток эмоций. А большинство людей любит покой. Любимое слово «релакс» – расслабьтесь, отдохните. И те, кто посещает раз в неделю филармонию с целью получить заряд эмоций от какого-нибудь серьезного симфонического произведения, в остальные дни предпочитают эстраду и попсу. Не уверен, что я прав в своих рассуждениях, однако факт остается фактом. Несмотря на успех выставок, картины Рериха почти не покупались. То же самое произошло и в Лондоне, куда перебралась семья Рерихов. Выставка имела успех, но картины не приобретались. И в какой-то момент Рерихи стали испытывать материальные трудности. Николай даже задумался о том, не согласится ли на приглашение большевистских вождей и не вернуться ли в Советскую Россию, где ему обещали работу и постоянный заработок. К счастью для Рерихов, в этот трудный для них момент из Соединенных Штатов поступило приглашение от директора Чикагского института искусств приехать в Америку и устроить там трехлетние выставочные гастроли по городам Америки, а также оформить ряд спектаклей в Чикагской опере. И
семья Рерихов приехала в Соединенные Штаты. В декабре 1920 года в Нью-Йорке состоялась первая персональная выставка Рериха. Затем такие же выставки прошли по другим городам – в Чикаго, в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других. Всюду эти выставки имели исключительный успех. А через год, благодаря помощи добровольного помощника Рериха Луиса Хорша, который хотел быть его учеником, Рерих открыл в Нью-Йорке мастер-билдинг – Институт Рериха, задачей которого он считал объединение народов посредством искусства и культуры. Он так формулировал задачи Института Рериха. «Искусство объединит человечество. Оно имеет много ветвей, но корень един – это свет. Сколько молодых сердец ищут что-то прекрасное и истинное? Дайте же им этот свет. Он принадлежит им». Наконец стала сбываться главная мечта жизни Рериха. В марте 1925 года он вместе с женой Юрием и несколькими сотрудниками прибыл в Индию и там организовал первую центральноазиатскую экспедицию, которая была заявлена как американская. Целью Рериха был Тибет, где, по его предположениям, находилась Шамбала. Совершая по направлению к Тибету сложнейший маршрут, экспедиция сталкивалась с различными горными народностями, которые говорили на разных языках. И тут Рериху необычайно помог его сын Юрий. Несмотря на 21 год, он владел многими языками, помимо европейских, несколькими азиатскими – непальским, тибетским, монгольским, хинди. Он легко находил общий язык с местным населением, которое благодаря этому радушно к нему относилось и к другим участникам экспедиции. Без Юрия Рерих был бы как без рук. Проделав значительный маршрут, они в конце концов оказались на плато, с которого была видна Лхаса, столица Тибета. Однако правители Лхасы не пустили экспедицию в город. И Рерих вынужден был изменить маршрут экспедиции и отправиться в Китай. Там они продолжили свои археологические исследования. Но поскольку они постоянно что-то фотографировали и зарисовывали, китайские власти стали относиться к ним как к сотрудникам американской разведки. И не только не стали помогать, но чинили во всем препятствия. В отчаянии Рерих обратился за помощью к советскому полпреду и, к удивлению, получил там помощь. Его пригласили в Москву. Летом 1926 года Рерихи оказались в Москве, и Николай стал готовить вторую экспедицию в Центральную Азию. Он хотел пройти через Алтай, потому что предполагал, что Алтай – это второе возможное место нахождения Шамбалы. Но все получилось не так, как он предполагал. Экспедиция Рериха в Москве заинтересовалась Объединенное государственное политическое управление, ОГПУ, и лично его председатель Феликс Дзержинский. Николая вызвали повесткой к нему на Лубянку. Рерихов предупредили, что Николая собираются арестовать как белоэмигрантского шпиона. Елена была напугана этим сообщением и, по воспоминаниям близких, всю ночь не спала, всю ночь медитировала. А когда Рерих на другой день пришел на Лубянку, он увидел, что там переполох. Ночью, неожиданно для всех, скоропостижно скончался председатель Феликс Дзержинский. Там было не до Рериха. Он вернулся домой, быстро сорганизовал своих близких и сотрудников, и уже буквально через день они сели в поезд, который направлялся в сторону Алтая. Высадившись в предгорьях Алтая, экспедиция Рериха прошла через всю эту горную страну. Оказалась в Монголии. Но на Алтае они не обнаружили Шамбалы. А в это время новое руководство ОГПУ спохватилось и направило депешу советскому консулу Монголии Быстрову с требованием арестовать экспедицию Рериха и ее членов этапировать обратно в Москву. Но Быстров был человеком образованным, прогрессивным, симпатией относившимся к Рериху и предупредил его о необходимости двигаться дальше. А в центр он сообщил, что экспедиция Рериха уже покинула Монголию и он не имеет возможности ее арестовать. Таким образом, Рерихи и их сотрудники избежали ГУЛАГа, а, возможно, и расстрела. Вторая экспедиция Рериха, пройдя через труднейшие испытания, вновь подошла к границе Тибета. В январе 1927 года они оказались у приграничной крепости Нокчу. Однако правитель Тибета Далай-лама, посчитав Рериха советским шпионом, отказался впускать в Тибет экспедицию. Рерих написал ему отчаянное письмо. «Все мы опасно больны. Половина животных уже погибла. 5 месяцев экспедиция провела в высокогорном плену. Было холодно, голодно. 5 членов экспедиции умерли. В лице нашей миссии правительство Тибета жестоко оскорбляет великую страну Америку». Ответа на это письмо Рерих не получил. И, боясь потерять жену и сына, принял решение возвратиться в Америку. Америка встретила Рериха как героя. Его принял в Белом доме президент Гувер.
А будущий президент США Генри Уоллес в честь него устроил банкет. Было много статей, много интервью. И Рерих решил воспользоваться этой славой и предложить правительству США и общественности давно задуманный документ, так называемый «Пакт Рериха». Полностью название этого документа звучит так. Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Его должны были подписать все руководители правительств всех стран мира. После этого они должны были охранять все исторические памятники любых времен, где бы они ни находились. Это замечательный документ, который на словах поддерживают все. Но, к сожалению, на деле далеко не все его исполняют. В то же время он является постоянной доминантой, которая давлеет над всеми руководителями правительств мира, и благодаря ему многие исторические памятники удалось сохранить. К этому документу Рерих придумал графический знак – знамя мира, которым предложил обозначать все исторические памятники. В это время в Америке началась Великая депрессия, и директор билдинг-центра в Нью-Йорке Луис Хорш посетовал Рериху на то, что его институт перестал приносить доход, стал убыточным предприятием. А ведь там располагалась постоянная коллекция картин Рериха – более 1000 экземпляров. Но Рерих как мог успокоил Хорша, сказав, что депрессия – явление временное, она пройдет, и все дела пойдут на лад. Самого его больше интересовала организация Третьей Восточной экспедиции, потому что обстоятельства сложились в его пользу. Генри Уоллес, будущий президент Соединенных Штатов, а ныне министр сельского хозяйства, решил организовать экспедицию в Маньчжурию, которая находится на границе между Советским Союзом, Монголией и Китаем. Экспедицию для сбора семян засухоустойчивых растений, которые предотвращают разрушение плодоносного слоя почвы, а в этом очень нуждается сельское хозяйство Америки. И начальником этой экспедиции он предложил назначить Рериха. Тот с восторгом согласился. И в апреле 1934 года третья экспедиция Рериха отправилась в Азию. Ее путь лежал через Японию. Там их встретили как дорогих гостей на правительственном уровне. С Рерихом были заключены договора о проведении его выставок. Там был создан комитет пакта Рериха при содействии японского правительства. Затем экспедиция Рериха отправилась в китайский город Харбин, а оттуда в Монголию, где начала свою деятельность. За полтора года экспедиции было открыто более 300 названий неизвестных трав. В Америку было послано 200 посылок с семенами. Но в дело опять вмешались политические интриги, как всегда, в судьбе Рериха. Советские власти считали его американским шпионом, китайские – японским. Местные газеты начали публиковать инспирированные материалы лживого содержания, дискредитирующие деятельность Рериха. И они были мгновенно перепечатаны американской прессой. Генри Уоллес, который выставил свою кандидатуру на пост президента Америки, считал, что такая шумиха ему совсем ни к чему. Он мгновенно свернул экспедицию и лишил ее финансирования. Рерих решил, что ему надо возвращаться в Америку. Но туда путь ему был тоже заказан. Бывший помощник Рериха, считавший себя его учеником, Луис Хорш, решил воспользоваться антирериховской кампанией и заявил, что его шеф всегда относился к нему как источнику доходов, не считал его равным себе, эксплуатировал, и теперь он вынужден продать здание билдинг-центра и всю галерею из 1000 картин Рериха. Рерих пытался оспорить это в американском суде, но потерпел неудачу. В результате потерял все, что приобрел в Соединенных Штатах. И семья Рериха решила держать путь в Индию. В результате Рерихи оказались в Гималаях, в долине Кулу. Они поселились в далеком от цивилизации уголке Земли. Но, как ни странно, именно здесь начался самый спокойный и плодотворный период жизни и творчества Рериха. Здесь он много рисовал, много размышлял, много писал. Здесь, в долине Кулу, он создал Институт гималайских исследований, уникальное научно-исследовательское учреждение, в котором объединились древние традиционные мифологические знания с современными научными исследованиями. Здесь Рериха почитали как великого гуру и называли Махариша Рерих. Здесь он написал более 1000 картин. Но самое главное, здесь он пришел к выводу, что Шамбалу надо искать в собственной душе. Последние годы жизни он провел в кругу своей семьи и скончался в своем доме в долине Кулу. 13 декабря 1947 года. Ему было 73 года. Его жена Елена пережила мужа на 8 лет
и умерла 5 октября 1955 года. Ей было 76. Два слова о сыновьях Николая Рериха. Старший сын Юрий Николаевич был выдающимся ученым-востоковедом, полиглотом. Он еще при жизни отца стал директором Института гималайских исследований Урусвати. Был он также членом Королевского общества Азии в Лондоне и Азиатского общества в Бенгалии. В 1957 он возвратился в СССР в годы хрущевской оттепели. Жил в Москве, заведовал сектором философии и религии в Институте востоковедения. Умер в 1960-м от сердечного приступа. Младший сын, Святослав Николаевич, жил до 1931 года в Соединенных Штатах. Стал там известным художником. А в 1931-м перебрался в Индию и соединился с семьей отца. В 1944-м 40-летний Святослав встретился с самой почитаемой индийской киноактрисой 30-40-х годов Девикой Рани. Ей было 37. Она была вдовой и занималась продюсированием нового фильма со своим участием. Предложила Святославу стать художником этого кинопроекта. В 45-м году они поженились, и их брак стал событием в Индии национального значения. Девика Рани стала соратницей мужа в исследованиях культуры Востока и музой в творчестве. Святослав Рерих скончался в 1993 году в возрасте 84 лет. А Девика пережила его всего на несколько месяцев и скончалась в том же году. Ну а теперь, завершая свой рассказ о Николае Константиновиче Рерихе и его семье, я хочу вместе со зрителями погрузиться в удивительный мир Востока, мир величественной горной страны. Этот мир, созданный гением художника, при всем разнообразии деятельности Рериха, я считаю самым ценным и важным из того, что он оставил нам этот удивительный человек. Октября 1925 года в Тифлисе родился Марлен Хуцеев, советский российский кинорежиссер и сценарист грузинского происхождения, народный артист СССР, лауреат государственных премий. Он снял несколько фильмов, которые заняли особое место среди самых заметных советских картин, потому что на более тонком и человечном уровне рассматривали темы нравственности и жизненных ценностей, чем это делало прямолинейное советское кино соцреализма. Должен сказать, что такую характеристику можно было бы применить к десяткам режиссеров, оставивших свой заметный след в советском кино. Но Хуцеев был первым, который стал рассказывать о жизни советских людей
без нормативных идеологических прикрас. И это оказало сильное влияние на поколение молодежи, рожденное после войны. Мне было 10 лет, когда на экраны вышел фильм «Весна на Заречной улице», который снял Хуциев совместно с режиссером Феликсом Миронером, тем самым, который придумал идею «Окна в Париж». Мы с Аркадием Тягаем осуществили ее через 13 лет после его смерти. А что касается «Весны на Заречной улице», то мне, 10-летнему подростку, он показался слишком простецким в сравнении, скажем, с такой картиной, как «Граф Монте-Кристо» с Жаном Море или «Приключениями Синдбада». Но и тогда я запомнил нового замечательного артиста Николая Рыбникова, который сыграл главного героя фильма, рабочего парня с неоднозначным характером. В одних сценах он вызывал неприязнь своей грубостью и хамством. В других был обаятельным и привлекательным. И после фильма я долго раздумывал, а хорош он или дурен, выражаясь словами Дени Дидро. Билет номер 17. Вопрос первый. Многоточие. В каких случаях ставится многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен. И много еще осталось впереди. Верно? Мне пора. Позже, став более взыскательным кинозрителем, я смог оценить кинематографическое умение Марлена Хуциева и его оператора Петра Тодоровского любоваться грубыми картинами завода и неприглядными индустриальными пейзажами российских городов, находя в их уродстве некую пафосную красоту труда. Такая пролетарская индустриальная эстетика была по сердцу партийным идеологам. Они поощряли подобные эстетические выкрутасы. Это вдохновляло Хуциева на отстаивание коммунистических идеалов, которые, с его точки зрения, девальвируются в современном советском обществе. Но тут он явно перестарался. В 1964 году, когда я учился на первом курсе театрального института, стало известно, что новая картина Хуциева «Застава Ильича» признана идеологически вредной и положена на полку. Нам всем жутко захотелось ее посмотреть и понять, что же там такого запретного, вредного. Имя Хуциева мгновенно стало культовым в среде творческой молодежи. В то время
Все, что осуждается партийной цензурой, казалось нам наиболее ценным и интересным, как бы имело для нас знак качества. Через год картина со всеми цензурными поправками вышла на советские экраны под названием «Мне 20 лет». Я посмотрел фильм, и он не произвел на меня ожидаемого впечатления, как и на моих товарищей. Мы это объясняли вмешательством цензуры, которая изуродовала картину. А еще через год, в 1966 году, на экраны вышел новый фильм Хуциева «Июльский дождь», и все побежали его смотреть. Фильм был новым для советского кино. Он рассказывал о современной городской молодежи и задавал зрителю вопросы, касающиеся выбора жизненной позиции. В центре фильма молодая пара – Лена и Володя, которые собираются пожениться. Лена, ее играет артистка Евгения Уралова, девушка с загадкой, умная, ироничная, привлекательная. Он, его играет Юрий Белявский, красавец, атлет, прагматик, озабоченный своей карьерой и ради нее готовый на компромиссы. Действие происходит летом. И пара проводит много времени в кругу друзей. Они встречаются то на чьей-то квартире, то выезжают за город на пикник. Выпивают, валяют дурака, разговаривают на различные темы. В компании присутствует молодой симпатичный блондин Алик, который обаятельно поет песни под гитару. Он мудрец, имеющий суждение о жизни, об окружающих. Его ненавязчивые сентенции производят впечатление на героиню, заставляют ее задуматься о себе и о жизни. А для зрителя эти суждения являются акцентами, позволяющими сформировать отношение к содержанию фильма. А если учесть, что в роли Алика впервые на экране появился молодой, но уже популярный бард Юрий Висбор, то успех фильма был предрешен. Его смотрели по много раз, и каждый находил в нем повод для размышлений о себе. Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Но это, так сказать, содержательная сторона фильма. А что касается его формы, то она была заимствована из европейского кино и представляла собой поток жизни без выраженного сюжета. Такое кино мы видели в фильмах «Антониони», шедших в нашем прокате, а для советского кино это было ново и необычно. Подобная форма позволяла более подробно и с разных сторон рассмотреть героев и среду их жизни. Последний фильм Хуциева, который запомнился мне с моих институтских времен, назывался «Был месяц май». Это была телевизионная картина 1969 года, которая рассказывала об одном из последних дней войны. Фильм поразил меня своей вызывающей неторопливостью, которая обычно очень нравится членам клубов любителей кино. А запомнился мне момент из фильма, когда один из героев, его играет Петр Тодоровский, известный режиссер и оператор, поет песню, аккомпанируя себе на гитаре. Мы тут эфрейтора поймали, в хлебах прятался. Поймать-то поймали, а вот он уже и не глядный. Что с ним делать, неизвестно. Ну? Вину никакого нет. Марья голубчик, нет ли шелку? Все правильно. Немного. Я и ребятам объяснил, а вот себе объяснил. Надо для меня немного. В начале войны, когда брали плен, ты брал? Брал. Ты рабочий, я рабочий. Что это Гитлер с тобой сделал? Заставил против нас воевать? Сказали бы мне в 41-м, что война 4 года. Ни за что бы не поверил. И кормили из своего котелка. Я сам лично. Чего-то я тут не понимаю.
А не понимаю, значит, мало выпил. Нерков, ты еще здесь? Да я уже вернулся. Вложили ему мах в задние ворота. Пусть теперь думает, как с нами воевать. Пересмотрев перед этим выпуском фильм «Был месяц май», я понял, что тогда, в конце 60-х, не смог оценить его по достоинству, как и картину «Мне 20 лет». В силу своей кинематографической неразвитости, из-за которой ювелирная точность в построении кадра и взаимодействии в нем актеров выпадали из поля моего внимания. Теперь, обретя кинематографическую зоркость и вкус, я вижу, что Хуциев задолго до германовского «Лапшина» начал разрабатывать новые принципы монтажа и актерского диалога, которые так восхищают поклонников Алексея Германа. Но это лишь значит, что Герман воспитывался на кинематографе Хуциева и в своем творчестве разрабатывал принципы его киноязыка. А самого Хуциева я впервые увидел в фильме Александра Миты «Гори, гори, моя звезда», в котором он ярко сыграл грузинского князя, белого офицера. Кукуй! Кукуй! Кукуй, кукушечка! Кукуй! Ну, господа, ну тебе ж так нельзя, ну дайте мне, ну, в конце концов. Ну! Ой, кукуй! Тихо, господа. Он на пол ложится. Стрелять. Храбрец. Ну что, господин артист? Радуйтесь счастливому избавлению. Мы вас разыграли. Мы стреляли холостыми. На тебя дерьмо, хорошие пули жалко. Ну, Марина, чудак, ей-богу, ну что? Позвольте, господа, почему холосты? Я стрелял боевыми. Князь, как боевыми? Вас не понял. Вы слышали, господа? Князь стрелял боевыми. Вы же нас могли всех перестрелять. Вам же русским языком объяснили. Я не понял, господа. Послушайте, князь, я сидел напротив вас. Вы могли меня убить. Я не понял. Не понял. Я за такие слова одной рукой берусь, за горло другой. Князь, я сыщу, не молчи, я тебе сейчас усы оборву, тупая морда. Штабс-капитан, ну что вы как козлы сцепились? Господин капитан, я сыщу. Что с этим делать? С этим? Выпарите его, как Сидорову козу, и выкиньте к чертовой матери. Прошло 10 лет. Я успел отслужить в армии, поработать в театре, на киностудии «Ленфильм» и поступил на высшие режиссерские курсы в мастерскую Эльдара Рязанова, где нам показали первоначальный, непорезанный вариант фильма Хуциева «Застава Ильича». И мы словно бы вернулись на 20 лет назад. И поиски героями фильма «Смыслы жизни» показались нам наивными. Но в то же время мы увидели, что в фильме существует неизвестный нам эпизод «Вечер поэзии в Политехническом институте», который хроникально запечатлел на пленку это удивительное событие. Здесь был представлен весь цвет молодой советской поэзии. И именно этот эпизод был вырезан партийной цензурой. А мы, студенты режиссерских курсов 80-го года, поняли, что видим на экране, быть может, самый важный документ эпохи хрущевской оттепели, который красноречиво рассказывает о тех надеждах и мечтах, которые владели нами в конце 50-х годов. Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амбурах, райклубы в рококо. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато. Ай да, кино! Как пахнут ночи,
мокрым камнем, пристанью, пыльцой цветочной, мятою, песком. Мы молоды, мы смотрим строго, пристально, мы любим спорить и ходить пешком. Ах, не покинь нас, ясное, весеннее, когда к нам повзросление придет, когда другое, взрослое везение нас по другим дорогам поведет. Я, пока мой час не истек, всеми силами, всем нутром ненавижу щенячий восторг, проклинаю дешевый гром, презираю надсадный визг и считаю личной обидой бледно-розовый оптимизм, показуху высотных шпилей. Я думаю, неужто вы все это после потеряете и тише станете травы, умильно руки потираючи, средь вас такие будут, да, об этом не забудьте, но черта с два, о черта с два, вы все такими будете. Евтушенко даже представить себе не мог, что такими к сегодняшнему дню станет большинство россиян. Мысленно возвращаясь к этому поэтическому вечеру в политехническом, слушая человечные, жизнеутверждающие стихи молодых поэтов-романтиков, видя умные, одухотворенные лица тысяч зрителей, собравшихся в зале, ты понимаешь, что культура – это не застывшее понятие. Она находится в постоянном движении. И то поднимается до космических высот, то опускается в глубокую зловонную пропасть, в какой сегодня пребывает современная российская культура, не имеющая никакого отношения ни к Пушкину, ни к Достоевскому, ни к Чайковскому, ни к Шостаковичу, ни к этим поэтам-романтикам, которых современные путинские опричники всех бы передушили сегодня. Русская культура в ее высоком гуманистическом проявлении – это неотъемлемая часть мировой культуры. Точно так же, как античная культура и искусство. Она навсегда с ней, что бы ни случилось с Россией. Но главным достижением фильма в плане развития мирового кинематографа я считаю поразительные уличные эпизоды с внутрикадровым монтажом, когда камера, не выключаясь, совершает длинный, прихотливый путь, в то время как вокруг нее, словно не замечая съемки, действуют актеры, участники групповых и массовых сцен, и вся эта сложная организация приводит тебя в восхищение. Восхищение работой режиссера и оператора, и каждому режиссеру хочется сделать нечто подобное. После просмотра этого и других фильмов Хуциева сам Марлен Мартынович пришел на высшие курсы для встречи со студентами. Я хорошо запомнил эту встречу, потому что иначе представлял себе этого человека. Как обычно, встреча состояла из вопросов и ответов. Хуциев охотно отвечал на вопросы и рассказывал подробно о интересных моментах и трудностях, с которыми он сталкивался во время работы. Потом разговор перешел на проект, над которым он теперь работает. Всем было известно, что Хуциев приступил к работе над фильмом о Пушкине. Его спросили, кого он наметил на роль поэта. И Хуциев назвал актеров, которые удивили нас своим несоответствием с нашим представлением о Пушкине. Он сказал, что наметил на эту роль Шакурова, Збруева
и Мягкова. Я вспомнил, что в 70-е годы читал интервью с Роланом Быковым, где он рассказывал, что мечтает сыграть Пушкина. Я тогда же подумал, что мне было бы очень интересно увидеть его в этой роли. Маленький, темпераментный и гениальный актер. И я спросил Хуцеева, а не рассматривает ли он кандидатуру Ролана Быкова? «Да это совсем другой тип», – сказал он. И потом он стар для Пушкина. Как будто бы названные им артисты были сильно моложе. Потом Хуцеев сказал, что для него очень важно в фильме показать процесс творчества Пушкина. «А как вы себе это представляете?» – спросили у Хуцеева. И он откровенно поделился с нами своими задумками. Но предположим, что Пушкин сочиняет «Медного всадника». Все мы знаем первые строчки. «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн». Но ведь там была бездна вариантов. «На берегу свинцовых волн», – произносит Пушкин. Записывает на листок эту строчку на бюро. Потом отходит к окну. «На берегу нездешних волн». Нет, не то. Подходит к зеркалу. «На берегу приблудных волн». Опять не то. Возвращается к окну. «На берегу пустынных волн». О, нашел. Он вращается к бюро, зачеркивает на листке слово «свинцовых» и пишет «пустынных». Вот примерно так. Помню, что сидящий рядом со мной студент из Еревана Киборков сказал мне на ухо. Тоже мне вариант. Да такое любой школьник на раз придумает. А Хуцеев между тем продолжил рассказывать о своем замысле. «Я хочу снять в этом фильме грандиозное событие», – сказал он, – «на котором присутствовал Пушкин. Возведение Александрийской колонны на Дворцовой площади в Петербурге». «Так у вас что будет, комбинированный кадр?» – спросили его. «Нет, никакой комбинации. Все вживую, все в чистом виде, натурально». «Но тогда из чего вы сделаете Александрийскую колонну?» – спросил Владимир Хотиненко, который до курсов работал художником-декоратором и знал в этом толк. «Ну, из какого-нибудь легкого материала», – сказал Хуцеев. «Например, из пенопласта». «Да никакой материал не выдержит, пенопласт развалится от таких размеров». «Но мы сделаем его в масштабе, в два или в три раза меньше». «Но ведь тогда нарушится соотношение между размерами колонны и людьми, которые вокруг соберутся». «А мы на массовку пригласим детей», – сказал Хуцеев, и все засмеялись. Он тоже улыбнулся и сказал, что это еще не продумано, мы все это обсудим и найдем наилучшее решение. Но больше всего меня удивил Хуцеев, когда, загадочно улыбнувшись, спросил: «А знаете, какой самый экстравагантный вариант мы рассматриваем на роль Пушкина?» «Нет», – сказали мы заинтригованно. «Мы хотим пригласить на пробу настоящего эфиопа из Африки». Все в удивлении замолчали. «Там есть молодые люди», – продолжил Хуцеев, – «удивительно похожие на Пушкина, но просто те же черты». Больше вопросов к Хуцееву у нас не было. И я понял, что этот режиссер, при всех его талантах, не самый умный человек в мире. Добавлю лишь, что фильм о Пушкине он так и не снял. К нашему счастью. Со времени моей встречи с Марленом Хуцеевым на высших режиссерских курсах прошло 35 лет. В 2015 году меня пригласили во французский город Марсель для участия в фестивале русского кино с фильмом «Окно в Париж», который до этого шел во Франции в середине 90-х годов. Фестиваль был организован при участии российского киноархива «Белые столбы». И в Марсель прибыла делегация российских кинематографистов, человек 20, во главе с Марленом Хуцеевым. За это время Марлен Мартынович превратился в седого старичка с палочкой. Во время просмотра «Окна в Париж» большой фестивальный зал был полон. Там были французы, там были и русские эмигранты, и вся российская делегация во главе с Хуцеевым. Некоторые видели фильм давно, другие смотрели его в первый раз. Во время просмотра много смеялись, после фильма аплодировали, а потом зрители в течение часа задавали мне вопросы, среди которых был и такой. «Как вам разрешили снять такой фильм про Россию?» «Но это было другое время», – говорил я, – «когда еще была гласность, оставшаяся от перестройки Горбачева». После фильма ко мне подходили для того, чтобы взять автограф, а мои российские коллеги проходили мимо меня, демонстративно отвернувшись. Я после просмотра тут же уехал к себе в гостиницу, так как простудился и плохо себя чувствовал. А на следующий день я должен был улетать из Марселя. И меня в аэропорт провожал один из устроителей фестиваля на своей машине. Он был поклонником моего фильма и сказал мне: «Ваши коллеги меня вчера удивили.
Они в нашем фестивальном кафе допоздна сидели и ругали ваш фильм, считая его антирусским. Вот как, удивился я. А что сказал Хуциев? А он сказал, что вы враг России. Вы родились в неудачное время. В несчастной, разоренной стране. Но это же ваша страна. Неужели же вы не можете сделать ее лучше? Ведь многое зависит от вас. Поверьте. Марлен Хуциев умер 19 марта 2019 года на 94-м году жизни. Его внутрикадровый монтаж из фильма «Застава Ильича» является для кинематографистов всего мира школой режиссерского мастерства. Октября 1713 года во французском городе Лангар, провинции Шампань, родился Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, драматург. Еще он знаменит тем, что первым создал энциклопедию, толковый словарь. И значение этого изобретения трудно переоценить, потому что оно позволяет подытожить и сохранить все ценное, созданное человечеством. Добавлю, что благодаря этому открытию и в подражании Дидро я и занимаюсь своим домом культуры. С творчеством Дидро я познакомился в театральном институте. Мы довольно подробно изучали его книгу «Парадокс об актере», где, рассуждая об актерской профессии, Дидро призывал артистов играть не чувствами, не нутром, а осмысленно, подражая жизни и используя при этом свою наблюдательность и память. Власть над нами, зрителями, принадлежит не тому, кто в экстазе, кто вне себя. Эта власть – привилегия тех актеров, кто владеет собой. Так писал Дидро, и с этим нельзя не согласиться. В институте мы изучали и сдавали его драматургию, а также его прозу, включая роман «Монахиня» и произведения в диалогах «Племянник Рамо». Но самым интересным для меня оказалась биография Дидро, о которой я и намерен рассказать. Дени родился в семье ножовщика и метрдотеля Дидье Дидро и его жены Анжелики Виньерон. У него было 6 братьев и сестер, но только 4 из них, включая самого Дидро, дожили до совершеннолетия. Дени с детства отличался смышленностью. И родители были уверены, что он сделает замечательную карьеру на церковном поприще. Они были очень набожными людьми. С этой целью они отдали его в коллеж иезуитов, который Дидро окончил 19 лет. После этого он решил продолжить образование и поступил в следующий коллеж Арктур при Парижском университете, который готовил лиц духовного звания. Но в этот момент произошла семейная трагедия. Горячо любимая сестра Дени, Мария Анжелика, которую фанатично религиозные родители отдали в монахини, внезапно умерла в своем монастыре, не выдержав тяжелого наказания. В то время монастырские наказания отличались бессмысленной жестокостью и тяжелыми физическими нагрузками. Дидро разочаровался в церкви, отвратился от религии и, бросив свой коллеж, перешел на юридический факультет. Однако, поучившись там некоторое время, он понял, что и карьера юриста его не привлекает. Это было время новых идей, новых представлений о мире, которые выражались прежде всего в искусстве. А Дидро, учась в университете, пристрастился к театру, стал заядлым театралом и сочинителем. И он решил бросить университет и стать вольным писателем и переводчиком, тем более, что в совершенстве владел английским. Его отец, который мечтал, чтобы сын получил ученую степень, обрел положение в обществе и солидный доход, был так разочарован его решением, что отказал ему в материальной поддержке. Следующие 5 лет Дидро вел свободный образ жизни, то есть нигде не служил и зарабатывал сочинительством и переводами. Время проводил в основном в кругу артистической богемы. Он переводил на французские исторические и философские произведения английских авторов и снабжал их своими рассуждениями и комментариями. И благодаря их остроумию публика с интересом покупала эти книги. Потом он выпустил произведение собственного сочинения, которое называлось «Философские мысли». Там он развивал идеи деизма, которые заключались в том, что Бог, конечно, создал этот мир, но создав его, он больше уже не вмешивается в происходящее и дает возможность человеку изучать законы этого мира и использовать на свое благо. Для этого он дал человеку разум и свободу выбора. Книга эта привлекла внимание просвещенной публики, ее широко обсуждали. Поэтому в 1742 году, когда 29-летний Дидро попивал кофе в парижском кафе «Редженси», наблюдая за шахматной игрой, а одним из умелых игроков оказался Жан-Жак Руссо,
Они познакомились и мгновенно подружились, потому что Руссо читал сочинение Дидро и был его поклонником. В это время к Дени Дидро пришла любовь. В одном доме с ним проживала девушка, ставшая предметом его страсти. Ее звали Анна Анжелика Шампион. Она была бедна, необразована, жила вдвоем с матерью, без отца. Приданого за ней никакого не было. Но, как говорится, любовь зла. И Дени во что бы то ни стало захотел на ней жениться. Но прежде решил и спросить разрешение у отца. А тот, узнав, кто является предметом страсти его сына, не только запретил этот брак, но, воспользовавшись своими связями, отправил сына под арест в монастырь, под охрану. Дени было уже 30 лет, он был самостоятельный мужчина. И с ним можно было так поступить. Странное время, странные нравы. Через несколько дней Дени сбежал из тюрьмы, пристал перед своей возлюбленной и напрямую спросил, согласна ли она стать его женой. Но Анна Анжелика ответила отказом. Она не хотела связываться с семьей, где ей не рады. Дени окружил ее такой заботой, так стал за ней ухаживать, что она в конце концов сдалась. И молодые люди тайно обвенчались в парижской церкви, где не требовалось согласия родителей на брак. Любопытно, что отец узнал об этом браке только через 6 лет. Брак Дени Дидро и Анны Антуанетты оказался на удивление прочным. Но супругам не везло с детьми. Трое из них умерли еще в младенчестве. И только четвертая девочка, родившаяся через 10 лет брака, выжила. В память об умершей сестре Дени ее назвали Марией Анжеликой. Впоследствии она стала известной музыкантшей, виртуозно игравшей на клавесине и скрипке. Но самое главное, благодаря дочери произошло знакомство Дидро с российской императрицей Екатериной II. И вот как это было. Дидро был любящим отцом. Когда его дочь подросла, он решил сделать ей достойное приданое. Для этого решил продать свою библиотеку. Уникальную библиотеку, которую собирал в течение 30 лет и в которой насчитывалось несколько сотен томов. А в это время в Париже русским посланником служил князь Голицын. Они с Дидро были большими друзьями. И когда Дидро поделился с ним своими заботами, он решил помочь. И посоветовал русской императрице купить библиотеку Дидро. Она охотно с этим согласилась. И приобрела ее за невиданную по тем временам сумму – 15 тысяч ливров. Мало того, когда эту библиотеку перевезли в специально снятый в Париже дом, Дидро было разрешено пользоваться ею, как и прежде. Мало того, он был назначен директором этой библиотеки с ежегодным окладом 1000 ливров. Такая щедрость русской императрицы произвела сенсацию в Европе. И ее стали считать самой просвещенной монархиней в Европе, чем Екатерина гордилась, а вместе с нею гордился и весь российский двор. После смерти Дидро библиотеку перевезли в Петербург и выставили ее на обозрение в одном из залов Эрмитажа. К сожалению, как целостное собрание, она не сохранилась. Ее впоследствии разбазарили и распределили по многим учреждениям России. Помимо европейской славы, которую обрела Екатерина своим великодушным жестом, она получила в свое распоряжение знаменитого и мудрого помощника в лице Дидро, который с большой охотой выполнял все ее просьбы и поручения. Они вели постоянную переписку, и Дидро давал консультации и советы в области образования, просвещения, а также помогал приобретать произведения искусства. Именно благодаря Дени Дидро была заложена основа для западноевропейской коллекции Эрмитажа. Он отыскивал и советовал Екатерине приобретать уникальные и важные по своему значению собранию частные коллекции. Именно он посоветовал Екатерине пригласить в Россию французского скульптора Фальконе для сооружения памятника Петру, известного как «Медный всадник». Мало того, именно Дидро принадлежит основная идея памятника – всадник на гребне волны, сооруженный из огромной глыбы гранита. В 1773 году Дидро по приглашению Екатерины II приехал в Санкт-Петербург. Был обласкан императрицей. Она встречалась с ним почти ежедневно, по много часов проводя в беседах, и во многом с ним соглашаясь. Но когда Дидро предложил отказаться от дворцовой роскоши, а вырученные средства направить на нужды народа, это не нашло у нее поддержки. Как не нашло понимания и предложения ввести в России всеобщее бесплатное образование. В кулуарах императрица жаловалась на Дидро. Да если ввести у нас все предложения этого французского прожектора, Россия просто развалится. Но с самим философом она не хотела портить приятственных отношений и решила задобрить его щедрым подарком. Екатерине стало известно,
что Дидро, как директор ее библиотеки, не была выплачена зарплата за год или даже за два, что было и есть в порядке вещей в России во все времена. И она дала указание заплатить Дидро авансом зарплату за 50 лет вперед. То есть сумму, которая в 3 с лишним раза превышала стоимость всей библиотеки. Это произвело на Дидро такое впечатление, которое я не могу описать приличными словами. В общем, он был поражен. А этот подкуп философа является формулой взаимоотношений самодержавной власти с властителями дум, представителями культуры и искусства. Их подкупают, они становятся конформистами. Не все, но большинство. И вследствие этого большинство людей на планете считают, что все в жизни можно купить за деньги. Ну а теперь переходим к самому главному, из-за чего мы, собственно, и говорим о Дени Дидро, о его творчестве. В плане литературы Дидро начал с драматургии. Он предложил новый жанр драматургии, получивший название мещанской или буржуазной драмы. До Дидро во французском театре существовало только 2 жанра – трагедия и комедия. И Дидро посчитал, что из-за такой жанровой ограниченности целый пласт жизни французского общества не находит отражения в театральном искусстве. А именно, простая семейная жизнь людей с их взаимоотношениями, заботами и стремлениями. К тому же Дидро видел, что в жизни общества набирает силу новый, активный, жизнеспособный класс. Люди, которые занимаются частным предпринимательством и которых называют буржуа. Раньше они были героями комедий, над ними смеялись. Вспомним хотя бы комедии Мольера «Мнимый больной» или «Мещанин во дворянстве». Дидро посчитал, что нужно изменить в корне отношение к этим людям. Они должны стать полноправными героями драмы. И к ним должны относиться не с издевательским смехом, а с пониманием и сочувствием. Таковы его пьесы «Внебрачный сын» и «Отец семейства». В первой он отстаивает права незаконнорожденных детей. Во второй – права сына выбирать себе жену по вкусу, а не по воле отца. И в этом сюжете нашла отражение личная жизнь Дидро. В плане беллетристики наиболее известным произведением Дидро является роман 1773 года «Жак Фаталист и его хозяин», который представляет собой набор самостоятельных историй, в основном любовного содержания, которые камердинер Жак рассказывает своему хозяину во время их совместной поездки по Европе, чтобы скоротать время. Почему Жак называется фаталистом? Потому что он уверен, что для каждого человека, живущего на Земле, его биография, его история жизни заранее написана, как сценарий к действию. И какие бы поступки он ни совершал, как бы ни грешил, все заранее за него решено. Следовательно, он никогда ни в чем не виноват. Такова судьба. Дидро высмеивает подобную точку зрения, противопоставляя беспринципности Жака поступки честных, благородных, справедливых людей, которые не плывут по течению жизни. В романе много забавных недоразумений и авторского юмора. Другое произведение Дидро, «Племянник Рамо», о котором я упоминал, рассказывая о великом композиторе, считается одним из лучших в его беллетристике. Это длинный диалог между 2 собеседниками, одним из которых является сам Дидро, а другим – племянник великого композитора. Человек талантливый, но циничный и беспринципный. Он упивается своей испорченностью. Он мастер клеветы, обмана и приветствует победу подлости над честностью. В его образе Дидро воплотил все самое отвратительное, что видел в современном ему обществе. Но при этом Дидро не выступает здесь в качестве обличителя-резонера, как, например, герои комедии Фон Визена «Стародум и Правдин». Нет, он оставляет за своим собеседником право отстаивать свою позицию, считая, что сама жизнь докажет, кто из них прав. «Повесть монахиня», которая стала знаменитой во второй половине XVIII века, представляет собой последовательный набор писем героине, обращенных к влиятельному маркизу с просьбой о помощи. Мари Сюзанна Антонен, так зовут героиню, находится на грани жизни и смерти. Из-за фанатично-религиозных родителей, которые отправили ее в монастырь, и из-за бесчеловечной атмосферы монастырской жизни. Повесть, написанная Дидро под впечатлением от смерти сестры, обладает страстностью и убедительностью в описании переживаний героини, которой сочувствовали тысячи читателей. И можно сказать, что своей повестью Дидро добился гораздо большего эффекта в отвращении общественности от религиозного дурмана, чем любая антирелигиозная пропаганда. Лично я из всех известных мне произведений Дидро предпочитаю комедию «Хорош он или дурен». Быть может, потому что в институтские годы мне было поручено сделать по ней реферат и доложить перед всем курсом на занятии по истории зарубежной литературы. Эта комедия шла во французском театре под 3 названиями. «Добр он или зол»,
любезный насмешник и тот, кто служит всем, но никому не может угодить. Комическая ситуация пьесы основана на том, что главному герою, успешному и остроумному драматургу Ардуэну, обращается множество знакомых с просьбой помочь им в разрешении их проблем, которые они сами не могут уладить. И Ардуэн, будучи человеком любезным и отзывчивым, никому не может отказать. Этим он напоминает героя комедии Данелли «Осенний марафон» Бузыкина. Но в отличие от Бузыкина, у Ардуэна все блестяще получается. Быть может потому, что все просьбы, обращенные к нему, он переводит на себя, делает личными. Например, когда к нему обращается вдова морского офицера с жалобой на то, что ей отказали в пенсии на ребенка, он, в свою очередь, обращаясь к своему знакомому влиятельному чиновнику, говорит, что ребенок от него, что это он, Ардуэн, вступил в тайную связь с женой офицера. И, конечно, его знакомый его понимает, идет ему навстречу, и вдова получает пенсию. Как будто бы все благополучно решено. Но, с другой стороны, это честная женщина, которая щепетильно относилась к вопросам морали и всю жизнь хранила верность мужу, оказывается в позорном положении неверной жены. В другом случае Ардуэн соглашается помочь молодым влюбленным вступить в брак, потому что мать девушки отказывается признать избранника своей дочери. Тогда он говорит этой даме, что ее дочь уже беременна. Если не поторопиться со свадьбой, позора не избежать на весь район. И дама вынуждена сама срочно организовывать свадьбу молодых. Но грязные слухи уже пошли. В результате, к концу комедии, все просьбы оказываются формально удовлетворены. Но все герои оказываются замаранными в грязи и не знают, как им относиться к Ардуэну. То ли благодарить его, то ли проклинать. Хорош он или дурен? Несмотря на то, что пьеса полна всяческих забавностей, легка и изящна, в ее результате возникает совсем невеселое чувство от того, что само общество плодит проституток, сводников, подлецов и жуликов всех мастей, потому что оно само порочно и полно ханжества. А вопрос, хорош или дурен главный герой, повлиял на дальнейшее развитие литературы, и герои стали гораздо более сложными, чем были до этого. Это мощно откликнулось в образе Печорина, в лермонтовском «Герое нашего времени». Дени Дидро скончался на 71-м году жизни, 31 июля 1784 года, от эмфиземы легких. Он умер, окруженный уважением и почетом, и был похоронен в Парижской церкви Святого Роха. Но в период французской революции 1789 года все могилы в храме были разорены. И теперь местонахождение останков философа неизвестно. Прожорливый и всеядный кинематограф не обошел своим вниманием и произведений Дидро. По его роману было снято 6 фильмов. Французский режиссер Робер Брессон, культовая фигура для любителей медленного кино, снял в 1943 году картину «Дамы Булонского леса», экранизацию одной из историй романа «Жак Фаталист». Элен, vous avez tout lâché, tout sacrifié pour un amant qui ne vous aime plus. Je vous vengerai. Je vous présente un de mes meilleurs amis. Vous l'avez beaucoup regardée. Elle a un visage qui frappe. J'étais sûr de vous retrouver. Sûr? Depuis notre rencontre, je suis attaché à vous par un fil. Je n'ai eu qu'à le suivre. Comment s'appelle votre fil? Indiscrétion? Certitude. Je perds la tête, je deviens fou. Je suis capable de n'importe quoi. Le visage d'Agnès est dans ma poitrine comme une blessure. Comment agissez-vous, je vous le demande? Vous vous trompez. Vous agissez comme une grue. Il faut que cette fille m'appartienne. Elle vous appartiendra peut-être, mais de quelle manière? Nous verrons. Il n'y a pas d'amour, Hélène. Il n'y a que des preuves d'amour. Этот роман был экранизирован еще дважды. В 1984 году режиссером Клодом Сантели и в 2005 Жуаном Бутылью. По повести «Монахиня» было снято 2 фильма. Первый в 1966 году режиссером Жаком Риветом, второй в 2013 режиссером Гийомом Никлу.
Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs? Non. L'intérieur doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent? Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable? De quoi? De tout! Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre? Je ne sors rien d'ici! Интересна картина «Распутник», снятая в 2000 году режиссером Габриэлем Гийомом. В ней передана атмосфера галантного века с его пресыщенностью, страстью к разнообразным играм и плотским удовольствием. Bien grave, madame, un petit marcassin qui n'a pas eu de chance. C'était le dernier d'apporter. В заключение рассказа о Дени Дидро я хочу привести несколько его высказываний, ставших афоризмами. Мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя. Любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет, и дает его тем, у кого его нет. Если известная куртизанка злословит о любви, значит, ее прелести стали увядать. А если популярный литератор начинает ругать публику, значит, его талант начал тускнеть. А вот несколько высказываний, очень характерных для сегодняшней России. Для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и вовсе не иметь совести. Это портрет современной российской элиты. Излагать истину некоторым людям – это все равно, что направить луч света в совиное гнездо. Свет только попортит совам глаза, и они поднимут крик. Это российская телевизионная аудитория. Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника. У меня это вызывает мысли о Путине и патриархе Кирилле. Наконец, мысли об образовании и культуре. Одна из целей искусства – в самом обыкновенном найти невероятное, а в невероятном – обыкновенное. Я разделяю эту формулу. Человек перестает мыслить, когда перестает читать. Это видно наглядно на ситуации во всем мире, и особенно в России, которая когда-то была самой читающей страной в мире. Хороший стиль кроется в сердце, как и хороший вкус. Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает осознавать, что он не рожден для рабства. Потому образование в России постоянно уплощается и хереет. В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чувство прекрасного. Это так. Стараться оставить после себя больше знаний и счастья, чем их было раньше, улучшать и умножать полученное нами наследство – вот над чем мы должны трудиться. Считаю это руководством для себя в моем Доме культуры. Завершая этот выпуск, я хочу прежде всего поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать.
На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал, кто этого еще не сделал. А теперь мне остается лишь пригласить вас стать гостями 78-го выпуска Дома культуры Юрия Мамина.